Ребята, а что для вас на самом деле музыка? Это некая комбинация нот, аккордов, рифов, соло, грувов, драйва, или это все-таки какая-то метафизическая сущность, которая тебе что-то пробуждает, которая цепляет? Мы в жизни всегда делаем какой-либо выбор. А в этой ситуации вышло, что выбрали меня. Что важно на самом деле в вашем занятии, в вашем призвании? Мне кажется, это то внутреннее рвение к нему, те эмоции, та энергия, которая туда направляется. Так случилось, что я сделал ставку на свою совесть. Она, как оказалось, очень любит музыку. Результатом этого стало открытие некого специфического творческого пространства, которое я назвал гитарным шоурумом Angel Dust. Это не просто магазин, это лично для меня это немного больше. Это особая энергетика. Энергетика, которая передается от музыкальных инструментов. Нравится находиться в музыке, мне нравится находиться в музыкальной тусовке. Мне кажется, это что-то больше, чем просто хобби для людей. Я полностью погрузился в это пространство. Мне нравится здесь играть, настраивать, записывать, выставлять, продавать, общаться. Ну, то есть это энергетика, которая мне по душе. У каждой гитары в шоуруме есть своя история. Я занимаюсь принципиально не новыми музыкальными инструментами, и у каждой гитары был свой предыдущий хозяин, и была своя какая-то, свой рассказ, который она хочет рассказать. Я всегда пытаюсь прислушаться к этому рассказу. Но в то же время я со своей стороны всегда вношу часть своей энергии в это. Отстраиваю гитару, я ее полирую, вычищаю, я ее привожу в то состояние, которое мне нравится. Я стараюсь продавать хорошие гитары. Я рад, что помогаю людям, музыкантам становиться ближе к их мечте. Хотелось бы пожелать никогда не идти на компромиссы со своей совестью и заниматься творчеством.